день, дамы и господа. День действительно добрый в плане погоды. 11, тепленько так, довольно-таки, солнышко светит. В общем, мы стояли, сегодня целый день, время 3:30. Целый день мы сегодня стояли, так мы нифига и не выстояли. Я имею в виду загрузки. Ну нету их отсюда. Вернее, они есть. Говорил, за деньги нет. А если еще что это такое, что за яму? И что самое интересное, самое смешное, только парадокс. Ценник загрузок что отсюда, что с Братска, например, один и тот же. Селимская еще там что-то чуть-чуть дороже. Ну, они ни о чем. Это я имею в виду загрузки по России. На запад. То есть, ну, вообще ни о чем. Платить именно вот с этих мест на запад не хотят. А тащить 22-23 тонны кому-то хорошо сделать, тоже не вариант. Белоруссии пока тоже никаких определенностей, что-то там, ну, пока неизвестно. Короче, я не знаю. Это однозначно, если с белорусами ничего не найдем, в любом случае надо что-то будет завтра забирать либо с Братска, может, с Усть-Илимска. Что-то забирать надо будет. Отсюда, ну, я в прошлый раз как вот сам смотрел, нормальный, адекватный ценник давали вот именно с Северобайкальска. Мест. Ну, подаваться 200 километров на Северобайкальск тоже не вариант. Все, тут ловит кто-нибудь. Тут белка возле берега. Сегодня было не до рыбалки. Двое суток не был на связи. Во всех соцсетях там полный завал, полный трэш. Встал в 9, вот тут часов 5 я, наверное, разгребал там все свои склады. Не знаю, что будет. Как по мне, так, конечно, да, на Беларуси вообще шикарно было бы загрузиться. Но мне кажется, надо нагрузиться, ну, или на Беларуси, с Беларуси выходить на Москву и решать вопрос по концовке уже со всеми этими документами, техосмотрами, со всем-всем-всем. Потому что вот, например, на Европу можно отсюда уйти. Того же Усть-Илимска доски. Ну, вон дядька кидает что-то там. Какой-то прибор рыболовный. Не знаю, я поеду, лень мне. Ну, в принципе, фишка в чем? Сейчас пока доеду до этой, до Илима, до того же. Там опять останется полчаса, час.
посмотрим, может, станем, схожу по Китаю. Ну, что-то, ну, без... Ничего тогда у нас не получилось на том месте. Может, что-то еще определиться. Может, сейчас дадут команду в Усть-Илимск ехать. Надо будет до Усть-Илимска пыхтеть. Короче, выехали мы с Усть-Кута. Все. До свидания. Усть-Кут. Такие мы довольно-таки чумазенькие. Что-то мне даже лень было вокруг машины с камерой сегодня ходить. Но с камеры-то обошел. Где-нибудь остановимся. Грязненькие немножко, грязненькие. Там пылище. Местами грязища. Немножко мы так подвымазались. До Братска 331 километр показывает. По итогу часа 4,5 полета. 3:30. К 8. Ну, где-то остановиться, поужинать. К 9 поедем. Дай бог. Я красивое место здесь. Просто красивое. Завораживающее. Особенно вот там. Едешь, где эти дикие. Там, ни родины, ни флага, ни связи. Ты едешь один. Ты машина, бездорожье. Сказка. По сторонам этот головой крутишь. Эти хребты, эти таежные речки. Ну, согласитесь, ну, чем не красота? Сейчас это все, вот видите, уже осенние краски принимает. Краснеет, желтеет. Ну, скоро, конечно, уже краски поблекнут. Поблекнут намного. Станет это все серое, унылое. Потом побелеет. Мелкий берег, я отсюда вот еду, речку на речку смотрю и дно вижу. Мелкие берега. Мелко. Надо еще знать, где кидать. Посмотрим. Может, тормознусь на Илиме еще. На какой часочек. Еду, смотрю, чтобы, ну, хотя бы остановиться, пойти к берегу, подойти куда-то, посмотреть на него. Можно ли там что куда закинуть, или потому что, ну, как бы рыбаки-то стояли, а остановиться негде. Нету места. Так-то вроде как вот берег, ну, неплохой, ну, да, не глубокая она, ну. Может быть, ну, кто-то что-то же должен водиться-то, раз люди со спиннингами были, значит, кого-то они тут ловят. Но машину поставить негде. Я ж не поставлю ее тут. Правое колесо на обочину, и полмашины будут на дороге стоять. А сейчас еще чуть-чуть, и мы уйдем от него. Ну и все равно, ну, дно видно, он по центру, везде, по колено, максимум, ну, может, чуть больше. Мужики, специальные снасти надо, те же мушки там, еще что-нибудь, надо посмотреть, у меня тоже, наверное, мушки там есть. Тормознуть реально негде. Так только вот если через сплошную в ту сторону. А здесь не, а здесь к реке не подойдешь. Что такое не везет и как с ним бороться? Может, здесь
удобнее будет. Ну тут-то вон там-то он поглубже. Здесь можно было бы попробовать. Особенно вот если бы с того берега. Там видно, что тот берег он поглубже. Но опять же, где стать? Чем найду что-нибудь, остановлюсь. Нет, ну, что делать? Поедем в Илим. Может быть. Стремненько лежат они у него. Особенно вот эта третья сверху, слева. Полежка. Как-то оно вот, ну, такое ощущение, что, ну, хотя там прижато ремешком, но если хорошо подпрыгнет, то оно может быть это и назад запросто скатиться, где-нибудь, тем более на подъеме каком-нибудь. Может и не скатится, но вот желание у него, походу, такое есть. Не знаю, ничего я тут не насмотрел. Мелко. Вся река просматривается от того берега до другого. По колену. Кого тут ловить-то? Еще такому великому специалисту. Тут надо спецом быть. В принципе, такой дятел со спиннингом. Грамотный. Вот, видите. Мне кажется, что оно... на хорошей ямке может и попроситься вниз. Может и нет. Ему-то тяжко, мы-то пустые. Тяжело ему, тяжело. Он 30 тащит, наверное. А может и все 40. Сырые, я так понимаю. Я имею в виду на машине тон 20, наверное, и на прицепе тон 20. Ну так, ориентировочно. Судя по колесам, то, наверное, да. Через сплошную. Хотя она тут всю дорогу вот здесь вот сплошная. Может, не такая уж она и сплошная, нет? ЛДК.
что это? Ого, пошли мостики. Деревянненькие. Ручей еловый. Покажу вам потом один мостик, где когда сюда ехал, я думал, я из кабины выпрыгну. Там надо на месте его видеть. Тут штук с пяток, наверное. Это что, столько опилок? Ну да. Фига себе. Вон опилили. Дымит, сушилка работает. Мы обратно к Элиму вернулись. Ой, не к Элиму. Куту. О, вот еще один. Красавчик. Можно поставить, подойти, не подойдешь. Прилипли на переезде, походу. Паровоз он там стоит. И все, эта вот хрень сработала. Моргает он красным. Автоматика. А он стоит, не едет никуда. Вот они. Деревянные мостики. Красота. Сколько он там будет стоять, сколько эта штука будет звенеть. Но ехать-то нельзя, по идее. Где-нибудь камера висит на каком-нибудь столбе, и потом придет нарушение. Вот она, эта деревня Каймонова. Здесь стоял тут какой-то магазинчик или что, потом стоял тут, все по кабине складывал. Полетело все. Все, что можно. Со спальника на спал. Везде, короче. Все мои эти тут эти. Кофе моя эта банка. По банке кофе было, все разлилось. Вот здесь я, наверное, минут 15 стоял, драйл кабину. Так, малец, ты не побежишь потом с барбосом, не? Но не этот мостик, это кута. Кут, кута. А там сейчас будет другой, чуть подальше. Тоже деревянненький, но такой он, интересный. Если кто будет ехать, особенно вот когда оттуда идешь, получается, ты с горы летишь, и темно было, как бы я его вот так вот уже поздно заметил, и резко бить тормоза, ну, не рискнул. Я тормозил. Скорость-то, конечно, погасил, но не до такой степени, чтобы вот ее перевалить, этот мостик, аккуратно.
час должен быть. Вот, наверное, вон там пацаны на нем скребутся. Да-да-да-да-да. И все, как бы с поворота вышел, и тут раз. Да-да-да-да-да. Самый бюджетный ремонт моста. И вот получается, я с той горы, вот там знак, вот на горке, там 50. Но остановить ее за все это расстояние я не мог. И вот, вот, вот сюда вот как влетел. Пиздец, газ кончился, блядь. Думал, и мосты оторвутся, честное слово. Ух ты, как он его, какие у него там, видели? По дискам будет заезжать на тракторе. Вот, получается, вон там знак полтинник. А здесь? Здесь 70. Короче, вот такая была неприятность. Ну, слава богу, без последствий. Но влетел так это хорошо, я знатно в этот мост. Ну, смотрите, лидеры идут пустые до Томска. Отсюда. Сейчас будут солярку экономить. А, газ еще это, у них что-то, что-то на газу, короче. Ходили, наверное, туда, на магистральные. В пережоге идут, сейчас пацаны будут отбивать. Да. Уезжаешь? Уезжает. Да ладно, сюда вот так передом сейчас стану. Я покушаю и уеду. Тут еще тут. Задом вытолкаю и поеду. Не сказал бы, что мы уже очень сильно грязные, но рабочий вид уже приняли. Колеса, вот диски, брызговики. Немножко по грязи приходилось шлепать. Огнеопасно. Вездеход какой. До фонаря любая грязь им. Камушков, да? Позалазило здесь всяких разных в резину. Надо взять бы эту отверточку, потом поковырять их тут маленько. Видите, в переднем нету практически, очень мало. А вот в этих есть. Передняя поднимает, в эти залазит.
И здесь вот то же самое, да? В переднем практически нет камушков. А вот в задних, особенно в среднем, вон их сколько всяких разных. Надо заняться будет. Сейчас пустому-то ладно. Потом поковыряться в них. Что будем делать? Пойдем первого похлебаем. Сюда ехал, здесь кушал. Солянка. Вроде ничего, нормальная была. Чтобы уже кухню не доставать. Да и давно уже жидкого не кушали. Приятного аппетита. Пошли. Без 10:07. В общем-то, через час уже темно будет. Вот сейчас спустимся к Элиму, посмотрю. Если с правой стороны туда можно как-то пройти? То пойдем. Развлекемся часик. Пока темно не настанет. Если есть такая возможность. Если нет, то не знаю. Я боюсь, что сейчас вот опять темень быстро настанет. И в этой, в Хребтовой задержался. Там туда-сюда, то-то-то это. Вот сюда вот, наверное, можно проехать к реке. Ну да. А вот пешком пройти. Есть такая возможность или нет? Еще нет, он даже площадка есть большая. Ну, давайте заедем. Опа. Пойдем посмотрим. Там потом вперед и выедем, правильно? Или тут нет выезда вперед? А, нет, тут выезда нету. Здесь надо развернуться и... Да, здесь мы не выедем. Надо разворачиваться. Пробежаться нельзя. Я так смотрю, наверное, не габаритика тоже пошел. Что-то его не видно в кабине. Либо спит, либо тоже пошел на речку. Станем так, чтобы уже потом выезжать, быть готовыми. Вот не знаю, можно туда пройти, нельзя, получится, не получится. В общем, с этой стороны никак не пройти. Я здесь шею ломать не буду. В попытках спуститься. Убиться нахрен. Уехал, габаритик, он просто так останавливался. И там вот я ходил к ихнему этому зданию, там тоже. Тут, ну, тут обрыв, насыпь. И такой серьезный. Не получается. А под мостом там проход запрещен. Чтобы перейти на эту сторону. Ну ладно, раз уж остановился, что... Пойдем туда, где мы были. Не, ну попытаться, конечно, можно.
Но честно сказать, я не хочу. Чересчур круто. Подскользнуться, шею свернуть или ногу подвернуть. Потом что делать? Жить здесь, пока Михаил Владимирович за мной приедет. Так что пойдем на ту сторону. Сходим. Ну, покидаем часочек, пока совсем не стемнеет. Здесь же вот тоже, но нигде не пройдешь. Видите, какой спуск? Слишком круто. Не-не-не. Чего я мучаюсь? Вон лестница. И спуск на эту сторону. И no problem. Устроил тут ромашка. Могу, не могу, буду, не буду. Вот там вот, где вот ну вот дорога, где выходит, вот там мужики ловили. Не знаю, смогу я туда дойти, не смогу. Вообще получится здесь куда-нибудь дойти. Бревна какие-то. Все-таки, наверное, туда не пойду. Вот туда, на ту сторону попасть, да. Но это нереально с моей стороны. Тут обходить, наверное, слишком много по берегу. Надо идти туда, где я ловил, покидать для себя. А так надо вот по той дорожке вот туда вот. Короче, забрался я в чьи-то лодки. Сейчас будем пробовать. Тут вроде как какая-то ямка. Вроде как местечко такое симпатичное. Здесь можно было бы, наверное, и так на удочку покидать. С удочкой посидеть прямо с лодки. Самое главное с этой лодки потом не нырнуть туда. Как-то тут весьма глубоковато. Надеюсь, не нырну. Похоже, наше единение с природой и в этот раз обойдется без каких-либо трофеев. Обкидал я уже этот пятачок всем, что у меня есть. Темнеет. Еще пару раз закинем, да будем сворачиваться. Здесь рыбы нет.
весной, и вертушкой вот сейчас, и рыбками, и чем я тут только не кидал. Не хотят. Может, ловить не умею. Может, и такой рыбак. Зато красота какая, тишина. Воздух. Главное, чтобы оттуда никто не мял. Закидываю, будем сворачиваться. Еще 200 километров пилить. Ну что, отсутствие результата – это тоже результат. Вообще вот это место, надо червяка, удочка у меня есть, если был червячок, просто посидеть вот здесь на червячка. Вон видите, кто тут лежит. Кто-то здесь вот таких окуньков ловит. Вот. Так-то здесь ни течения нет, ничего. Закинул удочку на поплавок и сиди, кайфуй. Вот. Ну, а наша рыбалка закончена. Теперь... Главное не утонуть. О, Господи. Смотрю, тут на ракушки какие-то ловят. Не на червяка, даже на ракушки. Опа. Рухнуть туда. В Лиме купаться в наши планы в ближайшее время не входит. Красота. Зато вот просто, именно просто даже тот часик. Тишина, если бы еще вот эти вот коллеги не гремели по мосту, то вообще было бы. Видно, ну туда он ехать куда-нибудь. Все, пошли в машину и поедем. Километров до Братска. Ну, это до центра, ну до центра в принципе. 5-8. 8 вечера уже, видите, темно. Все, 9:02. Слева никого. Справа тоже никого. Ну что, Элим, Бог любит Троицу. Я надеюсь, 30 раз, когда приедем, ты будешь поприветливее. Нет, в плане погоды базара нет.
Вон они, наши лодочки стоят, не знаю, видно вам или нет. Так-то местечко хорошее. На удочку там тоже, ну, надо утречком было бы попасть. Но мы там и на вертушечку окуньков бы тоже взяли. А с этой стороны все берега. Все досками, бревнами забиты. Нормально. 1:15 получилось. Ну, пока туда-сюда. В общей сложности 1:15. Все. Удовольствие получили. Разрядку. Надо дальше продолжать работать. Прям все, правда, связи сейчас нету. Даже и не знаю, чего там. Какие планы. Ну, подберемся к этому. Туда ближе к Братску связь появится. Узнаем, чего там. Нам чего-нибудь намутили на завтра или не совсем. Далее пока еще не надо. Тридцать один пока расход на пустую машину. Но это с этой, с выгрузки. С учетом 150 километров вчерашних. А от выгрузки уже отъехал 294. Ну, считать, сегодня уже тоже 150 прошел. Сейчас вот вбил себе какую-то контору тут в промзоне. Это примерно, когда ты там грузился в том районе. Первый раз, когда на Минск грузились, когда тогда как раз с Северобайкальска пришли. Так, ориентировочно помню примерно, где она находится. Поеду там, стану, да и все. Господи, кого я тут любил. Спрячемся, зашторимся и спать ляжем. Будем надеяться, что не украдут. А может, так получится, что мы именно там завтра будем грузиться. Чисто теоретически такое же тоже возможно, правда? Остаться тут 10 км. С правой стороны кафе, там типа стоянка и все. Там же интернет минус 2G. И нам же надо сейчас 4. И тех не хватает. Вот сейчас тут туда куда-нибудь налево. Там козловые краны. Короче, промзона там. В общем, глухая.
Виноградную. И на тенистой улице мы постоим в тени. Только кроме Виноградной. Место Виноградной у нас будет бетонное.
снимать. И анимацию площадочки. Какие-то ворота.